Друзья, очередная посылка из Китая скрывает. Так, а это мой долгожданный пришел стереоскоп. Ну, как-то так его в народе называют. Ну, в общем, это камера, которую подключает, ну, вообще-то к телефону. А что-то тут. А, друзья, вот. К телефону, как видите. И этой камерой можно полезть, посмотреть там поршня на машине и так далее. Здесь есть еще какой-то тут, чего-то тут настраивается. Оно уже что-то не очень работает. И кнопочка. Ну что же, давайте посмотрим, как это будет работать. Я совсем забыл рассказать про комплектность. У нас идут направляйки, зеркало и крепление для направляек, чтобы можно было камерой управлять. А также идут вот такие драйвера. Ну, скорее всего, просто болванка с драйверами. Ну, я думаю, что проблема найти на камеру драйвера, но это для, соответственно, ноутбука или компьютера. Ну, чтобы, ну, видели и приходили. Ну, чтобы все заработало, надо зайти в Google Play и скачать одно из вот таких приложений. Индоскоп, ну и так далее. Ну, давайте какой-нибудь урок начнем. Камера Fi. Установить. Это что касается смартфона. Ну, на ноутбук, соответственно, драйвера есть.